И вновь носилки появляются, и вновь они, по-моему, невостребованными останутся для футболиста Анжи. Ну, толкнул, конечно, толкнул здесь Гаджибекова в спину Гультяев. Ну, достаточно спокойно большую часть второго тайма оборонялся Анжи. И сейчас мы увидим, выведет пропущенный мяч, первый пропущенный мяч сегодня приезжих футболистов из равновесия или нет. Или они спокойно продолжат гнуть свою линию. Дальний удар! Ой-ой-ой, какой удар! И гол. А где? Где Йокич и Джилоев? Но это, честно говоря, какая-то смехотура, какой-то цирк. Да, удар получился, конечно же, сумасшедшей силы. И, по-моему, кто? Расим Тагирбеков наносил удар, а забивал-то Давид Цураев. Ну вот, стоило только зажечься маленькой искорке надежды. Посмотрите, откуда наносится удар. Не ждет совершенно этого, что логично, Сергей Парейко, но... А где пара центральных защитников? Да, это Расим Тагирбеков. Не готов был прыжок совершенно, конечно же, у Парейко.